меня спросили, говорит, если крыса или фуфломет, сам признался в крысячестве. Ну, во-первых, фуфломет должен ставить курс, что он у него нечистоплотный по расчетам человек. Он обязан ставить, а тем более крысы. А когда никто не знал, и он признался, ну, тут зависит, у кого он скрысячил. Если претензий нет и отпускает, то, конечно, ну, он все равно крысой останется, ну, только что не побьют его. Ну, если тот, кого покрал, пожалеет. А так, ну, любой человек может, кто-то со стороны говорит, сказать, а чего ты крысу не наказал? И с того спросят, кто его оставил безнаказанным. Крысячество было, было, знал, знал, почему не наказал. Ну, тут множество вариантов может быть. Ну, так, что ему скоститься и не будут об этом знать и говорить, такого быть не может. Потому что крыса – это серьезное деяние, и она прилипает на всю жизнь. Вот так.